Театр – центр всех культурных событий. Он формирует особую атмосферу, воспитывает и объединяет зрителей. Год театра – это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, работников культуры. Это и праздник неравнодушных зрителей. Очень важное значение для воспитания в молодежи чувства прекрасного, любви к литературному слову и актерской игре имеет наставник. Режиссером талантливого коллектива «Гном» является Дания Макарова. Мастерство, неиссякаемый талант, вдохновение наставника были отмечены на самом высоком уровне. От лица главы города Андрея Шубина ей вручили почетную грамоту за плодотворный труд, создание условий для развития и процветания культуры в городе. Театр – это жизнь. Это жизнь, это настоящая жизнь человека, не такая, как у всех, потому что все те, кто связаны с этой сферой, это отдельные люди, это уникальные люди. По завершении торжественной части мероприятия детский театр «Гном» представил на суд зрителей драматический триптих по пьесе Тамары Василенко «Бабушки тоже были маленькими». В основе постановки лежат непростые отношения между бабушкой и внуком. Тема отцов и детей всегда актуальна, а в наше время стоит очень остро. Темы и проблемы совсем не детские. И юные актеры это прочувствовали. На какое-то время из непосед детей они превращались в умудренных опытом взрослых людей. От серьезных мыслей, прямых взглядов, искренних и продуманных сцен зрительный зал замирал. Люди, вышли бы все сразу, все до единого ногами бы затопали, затоптали бы весь огонь, который внутри учит. Спектакль получился очень эмоциональным. В этом и заключается притягательная сила театра – научить понимать, сопереживать и сочувствовать. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.